Это потрепанное здание размером с большой стадион «Старая котельная». Она проработала почти 50 лет, а теперь на ее смену приходит новая, компактная и современная. Такая котельная работает автономно, человек не нужен. Программное обеспечение, как и все внутри, отечественное. Российские котлы не уступают импортным, наоборот, во многом лидируют. Корпус съемный, легко ремонтируется, а запчасти в легком доступе. В этом году у нас в планах запуска 13,5-мегаваттной котельной, который будет отапливать добрую часть всей Ишеевки. То есть это взамен существующей, морально устаревшей, изношенной, естественно, неэффективной экономически. Вот. Что будет отапливать? 21 многоквартирный дом, школу, детский сад, а это 1500 абонентов, достаточно большой объем. Это новое поколение котельных работает благодаря искусственному интеллекту. Он анализирует погоду, направление ветра, температуру, давление и многое другое. Также следит за исправностью оборудования и в случае опасности на место за пару минут приезжают специалисты. Такой современный подход позволит жителям Ишеевки не переплачивать за отопление. Здесь, кроме того, что мы поставили новую котельную, установили, вот это еще и перекладка тепловых сетей, это достаточно крупные затраты, тем более в современных мерках, то есть это десятки миллионов рублей. Поэтому, не увеличивая платежку для населения, то есть мы сокращаем расходы и при этом достигаем, опять же, того же комфорта, ну и экономического эффекта, то есть без роста стоимости коммунальных услуг для конечного потребителя. Заменили 10 километров тепловых сетей. Общая стоимость работ – 40 миллионов рублей. В августе пройдет тестирование, а уже этой осенью тепло поступит в дома жителей рабочего поселка. Светлана Карпухина, Анатолий Рассохин, Улправда ТВ.